Всем здравствуйте! Сегодня утром пришла ужасная новость о том, что на 49-м году не стало кумира миллионов Юрия Шатунова. Буквально с каждым часом появляются все новые подробности ухода знаменитости. Печальное известие сообщил директор музыканта Аркадий Кудряшов. Почти сразу появилась информация, что уход из жизни Шатунова наступил в результате острой сердечной недостаточности. Позднее возникли новые данные о том, что певец ушел из жизни из-за трансмурального инфаркта миокарда. Это более тяжелая форма некроза кардиальной мышцы. По некоторым данным, перед тем, как Юрию стало плохо в среду вечером, он проводил время с друзьями на даче. Компания веселилась, пила пиво, ела раков. Внезапно музыканту стало плохо. «У меня спазм, это последнее, что успел сказать Шатунов. Стоит отметить, что пока нет точной картины произошедшего». Одни источники сообщают, что машина скорой помощи не успела доставить артиста до больницы. Другие предоставляют совершенно другие данные, согласно которым поздно вечером друзья привезли певца в медучреждение под Домодедово. Там звезде стало еще хуже, поэтому врачи приняли решение вызвать реанимационную бригаду. Отметим, что Шатунова и его друзей запечатлела камера наружного наблюдения у входа в больницу. На опубликованных кадрах видно, что артист не может ходить самостоятельно и с трудом контролирует движение. Уже в больницу Шатунова внесли практически без сознания. Видно, что артист страдает. Его рот открыт, в глазах боль. Многие пользователи сети раскритиковали друзей певца. «Вообще при таких симптомах нужно было организовать лежачее положение, а не таскать его на себе», – пишут комментаторы. Сейчас многие признаются, что им до сих пор не верится, что любимого артиста не стало, а также добавили, что всегда с удовольствием слушают песни «Ласкового мая», и все они остаются любимы. Добавим, что Юрий не составил документов о распределении имущества в случае, если его не станет. Известно, что наследниками первой очереди являются супруга артиста Светлана Шатунова и двое детей – 15-летний сын Денис и 9-летняя дочь Стелла. Вечная память и вечный покой тебе, наш кумир. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Всем пока!